Опа! Аналогичная ситуация. Прикинь. Аналогичная ситуация. Тащу, что-то непонятное происходит с нитью. Не могу понять, что такое. Начинаю выматывать. Бенз и есть. Просто шок. Ах, лобастик. Смотрите, что делает. Ай, красава. Иди к папочке. Солдат ребенка не обидит. Куда, куда, куда? Ай-а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 й. Оп. Это что-то с чем-то, ребят. Это не балансир, это просто ракета-бомба-петарда. Смотрите, какая трешечка. А? Сопливый. Так, ну что, давай, полетели. Все, мы уходим. Давай. На фронт. Ты снимаешь? Да, пока. Давай. Полетели. Всем привет, ребята. Выехали на отдых. Пожарить мяска. Буквально часик времени попробуем что-то насудачить. Быть может, получится. Полетели. Хороший грян, давай. Силикон сработал. Да? Ультрафиолет? Да. Красавчик, давай я буду брать. Вот, ребята, и первая. Первая сработочка. Сопротивление или багрёный? А, ну такой. Шпандер. Смотри, взял. Вистовский силикошек. Любит хулиган. Красавчик, держи. Отпускай пока, я допровожу. Ты прикинь? Минус один. Отдал, фу. Смотри,
прикинь, первый заброс. Ты тоже тащишь? Охренеть. Только поставил, гля, заглотил, блин, в шахту. Ты подбагрил. А он тарабанит, тарабанит. Ё-моё. Так ратлины шарашат. Как ты заглотил? Гля. О, давай, братан. Ребята, стратег 90S поставил, решил попробовать, как балансир оторвал. Есть. Первый заброс и вуаля. Опа, видели, ребята? Четко под камеру. Охренеть, вот это второй заброс. Иди сюда, ты представляешь? Вот такой вот шпандерик. Ну, будешь подрастать, приходи. Жесть, вот это косарка. А где же крупняк? Ах, поклевочка. Опа. Ребята, есть что-то. Ух ты, смотри, сошел, фух, под лодку пошел, ты прикинь, уже и попустил, смотри, откусил, падла, ну хороший был, отгрыз хвостика, отгад. Решил поставить, ребята, 08 колор, это хороший цвет, судачишка любит. Но это зачетный был. Парень, к сожалению, мимо. Есть, Игорян? Красава. Под саку я возьму. Багрёныш. На полочка отрабатывала. Ты тоже такой вистик, да, зарядил? Ага. Пойдет. Ох, кто-то его уже дыранул до тебя. Не повезло. Опа. Игорян устраивает косилово. Ты видишь, что делает? Опять шпандерики. У меня, ребята, видите, у него мелкие крючки стоят. Ага. У него мелкие крючки стоят, он их берет. А я благодаря тройнику в основном, да, голову убил. Я благодаря этому крупному тройничку избегаю встречи с такими.